Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Вчера я перетапливал воск на паровой воскотопке. И вот сегодня он уже отстоялся за ночь. Блин, застыл. И решил я его достать. Так как меня спрашивали, какой выход воска получается на воскотопке на этой. Дело в том, что я плавил первый раз. Сделал ее только недавно. И сам даже не знаю, что за выход получается. Так что я решил снять видео отдельное. Сколько получилось у нас воска. Точно сколько там рамок было, я так не помню. Ну, где-то около 15 рамок 435 на 300. И плюс еще я где-то около 4 литров туда бросил очистка вот с такого вот слитка с воска. Снизу обдирка. Сейчас я его достану. Снизу обдирку ту, она с воском получается. Забросил наверх я на мерву, когда уже распарилось все там и уплотнилось. И получилось еще с 4 литров добавочка. Обдирка это вот что снизу. И в итоге вышел вот такой вот слиточек воска. Сейчас я его достану. Я уже воду... Ай, потекла вода, не всю слив. Воду то сливал с его, но все равно не всю он еще осталось. Сейчас я подогну малость картонку. Хотя, в принципе, хай бежит под низ уже туда. Влаги мне тут на чердаку не надо. Снимаю я на чердаку, так как на улице у нас, видите, снег сегодня пошел. Уже часа два сильный. То чтоб не это. Чтоб на улице не мог наш фотик, на который я снимаю. Да и сам. Я решил снять все это дело на чердаку. Так как работа немного грязноватая, можно сказать. Сейчас мы взвесим, сколько получилось у нас воска. Воск у нас... Вот приподнял, опять побежала вода. Воск у нас получается... Воск у нас получается... Не очень чистый снизу слой этот вот коричневый, но я его ножиком обдеру. Ну скинем на это все хай полкилограмма, оно такое влажное с водой видно. Скинем полкило и узнаем, сколько получилось чистого воска. Так я напоминаю, это где-то с 15 рамок 435 на 300. Это с учетом того, что я там и еще где-то 2 или 3 было 435 на 230 пар. Ну, я их уже эти рамки не вожу. Это с корпусных ульев. Так что там были старше у меня немного, то я решил перетопить их там, 3 рамки. И вот вышел у нас такой вот блин. Сейчас я это дело сважу на безмене. Вот безмена приготовлю, подвесим. Вешаем ведро. Включаем его. Он получается обнуляется у нас с ведром. Сбрасываем ведро. 820 грамм ведро. Вот только что зафиксировало так плохо. Ну тогда отнимем 820 грамм от веса всего. Ставим ведро. Забрасываю я этот слиточек обратно. Сейчас его взвесим с ведром вместе. Это получится слиток минус 820 грамм. Потом я его еще обдеру, этот низ весь, и внизу под описанием
под роликом напишу, сколько вес получился. Ну, сверху немного он грязноватый такой, я его еще потом перетоплю. Грязноватая эта пена такая получилась черная. Обычно она то исчезает, но это та что-то не исчезло. Видно, что не забрусовый воск, а что-то черное уже так. Получилось так. Ладно, сейчас мы взвесим, сколько получилось у нас. Вот, обнулил я. Взвесим, сколько получилось с ведром. Ведро 820 грамм. Так, вышло 2965. Ну, будем грубо считать. Если ведро 800, ну, 2100. Минус, если ободрать снизу. Может, там полкило и не будет, может, будет хай грамм 300. Ну, я обдеру снизу то, что на блине это с воском. Я его обдеру ножиком и напишу в комментариях чистый вес воска. Это у нас получается воска где-то с 15 рамок. 435 на 300. Ну, вот совсем метель помела. Хотя у нас сейчас на улице и тепло. На улице у нас сейчас плюс один. Конец января. Я думаю, сегодня будет больше дождь. Да снег сойдет. Аж получилось наоборот. Сегодня у нас 30 января, среда. Вместо дождя пошел снег, хотя передавали и дожди по югу Беларуси. Ну, снег так снег. Сейчас вот я сниму ролик, съезжу в лес походить, погулять. Просто так. Погода красивая. Метель такая. Безветренная. Чуть-чуть ветерок маленький-то. Так, красиво снег падает. Вот получился у нас такой блинец. Я вчера перетапливал. Он ночью крытый стоял, закрытый, утепленный сверху ведро. То есть вот сам по себе теплый. Я этот слиточек брошу на снег. Сейчас он остынет. И когда уже воск будет застылый сильно, то что он сейчас такой мягковатый, будет застылый воск сильно, то будет удобнее обдирать снизу мервутую. Обдеру, думаю, чистым будет кило 800. Если получается 2100, даже 2130, думаю, будет где-то 2800 чистым весом. В описании под видео напишу чистый вес воска. Воск такой получился красивый, с воскотопки желтенький, не черный. То, что бывает, перетопишь, когда варишь в воде, чтобы вверх всплывал и на низ это, то получается, что он больше такой темноватый, серый такой, сероватый. А это желтый, но не яркий, а такой больше насыщенный, оранжевый. 2 килограмма, думаю, такого количества нормально. Там сейчас воскотопки осталось мерва на дне, я туда еще покидаю старую. Есть у меня там не и воска много, так как не было паровой воскотопки, на солнечной полностью воск с мервы с черной плотно так лежало слоем, то не вытек. Я вот тот воск заброшу в паровую воскотопку, еще на денек запущу, я хай прогонить, покуда тепло на улице. Мне тут вот на чердаку лежат доски, сохнут. Напилил мне человек на ленточной пилораме. Тут и береза, и ясень вот. Вот ясень где-то 1,5 сантиметра. Такие тоненькие шпоны. Вот это 50-ки ясень. Вот 50-ки, даже толще есть. Здесь и 30-ки есть. Это дуба немного. Буду делать что-нибудь летом. Это я делал
такую штуку, типа чай с кипрея катать. Ну, делают солнышком выразы такие. Я решил сделать просто направляющие и попробовать. Скажу, что мне получилось чай этой штукой катать. Я ее решил пустить на эту поилку для пчел. Это с ясеня досочки. Так вот сделать, чтобы она была с двух досочек, одна под одну. И здесь небольшой желобок, даже не один, а так вот вывести, чтобы струйками текла вода. Даже можно между этими сделать небольшой змейкой так. Везде. Змейкой, 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 чтобы вода больше так обширно текла. Из двух досочек составлю. Ясень он такой шлифованный. У меня на рейсмусе, на Макита рейсмус есть. То так стекло гладкий. Получается чисто через рейсмус пропущено. Но так стекло гладкое, гладкое, скользкое. Что у меня руки сухие. Немного воски так черные стали. Такая вот у меня тут ерунда. Это у нас мята сохнет на чердаку. Мята. Это вот котовник с цветами я сушил. Это еще с того года. Это с этого года запас. Тут у меня кабан лежит, с грубки лепил. Мощный такой, плашмя кирпичи. И здесь плашмя, и здесь перекрыто. А здесь вот стоячок с белого кирпича. Здесь я сделал две трубки, просверлил, стекая. Конденсат, когда дрова сыроватый. Кстати, нормально получается. Это залепил немного тут так. Еще по-мокрому зимой. Когда по-сухому хорошо заделать трубки, то можно вот ставить что-нибудь, где конденсат сбегать. Ну, да, так, от темы отклонился немного. Показать, что я делаю. Тут полик у нас селю. Из сороковки с доски пол послал. Под низом опилки утепления. Думаю, везде здесь пол сделаю. Это черновой. А поверху потом уже, если руки дойдут до этого дела, через рейс мы спустим. Такие вот досточки двадцатки. Штакет у нас называется. Обшию пол таки. И лаком покрою. Ну, это уже потом. Время как будет. Плохо, что сосновый пилильщик много развелся, то в балки полез запиливаться надо. Глядел я в интернете, микроволновкой гоняет шашеля, жука это готов. Погоняю. Вот здесь у меня опилки влажноватые, то открыто, чтобы просыхали. Так что придя лето, будем делать. Хотя и зимой потихоньку работа любится. Это вот у меня мох стоит, тут сохнет. Стенки я утепляю в этом домике изнутри. Он влагу регулирует. Короче, работы потиху хватает. Ну, думаю, будем заканчивать на этом. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.